В Муроме проходит бесплатная вакцинация домашних кошек и собак. Случай заражения бешенством был подтвержден в микрорайоне Вербовский. Объявлен 60-дневный карантин. Подробности в сюжете. Бешенством заразились сразу несколько кошек, проживавших в квартире у одной хозяйки. Однако, пока далеко не все муромляне спешат сделать своим питомцам необходимые прививки. Ветеринарные врачи предупреждают, болезнь смертельно опасна, в том числе для человека. Животное заболело, женщина обратилась в частную сначала ветеринарную клинику. Животное очень буйно себя вело. Вот, значит, и после приема буквально через каких-то там несколько часов животное скончалось. Вот. Этот труп был направлен в областную лабораторию, подтвердилось бешенство. Через 2 дня у нее еще одна кошечка сдохла. 3-е животное провели вакцинацию, пока наблюдаем за ним. Причем все эти 3 кошки жили в квартире, в многоэтажном доме. Лучшей профилактикой бешенства по-прежнему является вакцинация, причем бесплатная. В Муромской окружной станции по борьбе с болезнями животных ее проводят каждый понедельник и пятницу с 8 утра до 16 часов. Особое внимание микрорайону Вербовский. Там бригады специалистов совершают подворный обход. Карантин продлится до 28 февраля. Это все-таки очень опасные заболевания вирусные. Всегда это заболевание оканчивается смертью для животных, для человека. И самые хорошие профилактики. Это вакцинации своих домашних животных, кошек и собак против бешенства. Можно провести вакцинацию на дому по заявке. Значит, если у вас больше 4 животных, звоните нам по телефону 3-13-28, и мы запишем вас на удобное время, и к вам приедет врач прямо на дом и сделает вам вакцинацию от бешенства бесплатно. Ближайшие вакцинации против бешенства кошек и собак КОСов номер 15 и 16 пройдут 11, 14 и 16 января. Бригадами ветеринарных врачей будут охвачены дома по улицам Ленинградская, Меленковская, Подболотская, Прудовая, Заречная, Лесная и Светлая. Елена Петрова, Александр Симонов, новости, Муром.